Всем привет, доброе утро. Такое у нас утро в Железном порту. Это уже, правда, 10:30. У нас дождь льет. Вот. И всю ночь шел дождь. Мы сейчас хотели пойти, дождя не было с утра, мы хотели пойти с мужем прогуляться на море, посмотреть. И дождь опять начался очень сильный. Вот. По прогнозу, вроде бы, не знаю, прогноз разный. Где-то говорит, что только сегодня дождь, где-то показывает, что сегодня-завтра. На некоторых сайтах целую неделю. Ну, посмотрим. Мокрый. Ну, мы постелим. Не знаю, а там по-любому найдем. На диком пляже найдем. Что в Прибалтике, блин, людей валом, но море холодное. Кстати, может море... Вон мужик пошел купаться. Может море и теплое. Тонуть решила? Капец. В очках, блин. Боже. Боже, это так нажраться надо. Алинка на большой лошади поехала. В том году так никто не ставил тут машины. Боже, туда не едь, Виталик. Слушай, туда вернись назад и поставь там машину. Филка идет. Ну, лучше пешком пройдемся. Все так расстроили. Вон, видишь, выпихивают, запихивают. Новый домик построили, это в том году они тут крутились. Ой. Виталик, вернись назад. Хочешь? Чтобы возвращаться. Так задом возвращайся, чтобы не разворачивать. Ну так что, поперек теперь становиться? Получила сегодня коробочку Майкап, заказ. Вот такой вот. Сейчас на него докачусь. Буду вам снимать. Вам показывать. Тут кое-что Майкап, кое-что нет. Вот такой вот крем сегодня в магазине купила. Пантенол новый. Невская косметика. Я такой не видела.
намазалась им. Сразу он такой легенький. Ну, вот сейчас у меня лицо, видите, слегка блестит. То есть, типа пишут 5% дексапантенола. Подстриг ривную стоит, без силиконов. Смягчает, успокаивает, восстанавливает, устраняет шелушение. Такой кремик взяла. Ну, у нас такого вообще не было. И ватные диски. Тут на рынке у нас возле базы 50 гривен, а в магазине 25 большой. Дальше, заказ мейкап. Заказала вот такую пензу. Кто не знает, эта пенза стирается, она самостирающаяся. Взяла оранжевую, просто цвет понравился. Разные цветов есть, по-моему, польская она. Нет, не польская, написано на польском. Короче, эта пенза, ей трешь пяточки, она не делает царапин, и она вытирает, стирается со временем. Тоньше, тоньше, тоньше становится, очень хорошая. 15 гривен. Вот так вот пришел запакованный крем от солнца, SPF 25. Водостойкий, вот такой биокон, ну такой сейчас уже вот-вот он заканчивается. Кстати, до первого месяца 22 года срок годности. Так что если в этом году не закончим, в следующем закончим. 60 гривен на мейкапе стоил. Закупаем скотчем. Завтра свой закончим и начнем этот. Так, вы упали. Так, дальше. Так, пришло тоже все запаковано. Запаковано хорошо, но был один курьез там с доставкой у меня. Получилось, что я заказала жидкое лезвие для пяток. Они сказали, что у него разлили. Я в шоке, у них шла одна баночка жидкого лезвия, но весь мейкап. Не понимаю, если честно. Короче, попросили меня заменить чем-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не нашла, чем заменить. А, сначала они пилочкой сказали, что нету для пяток. Короче, там такая ситуация. Меняли, заменяли там все. Целую неделю мне из-за них заказ шел. Так, средства. Спрей для безопасного загара Биокон стоит 60 гривен. Тут у нас такой 150 стоит. Ну, может, если поискать гривен за 80, ты найдешь. Но я заказала на мейкапе. Так, вот эта терочка у нас стоит 15 гривен, если я не ошибаюсь. Да, ровно 15 гривен. Косметическая цветная пенза. Дальше я заказала вот такую вот терку для ног. Сейчас покажу лазерную. Что я вот уже читала хорошее. На самом деле на пляже попробовала на сухую пятку тереть. Ничего не потерла. И пилочка здесь такая. Кстати, пилочка трет. Вот сама пенза, не знаю. А отзывы они хорошие. Попробую на распаренную кожу еще. Такая пенза стоила. Вот эту я заменяла. Я заказала розового цвета. Ее оказалось нет. В наличии они говорят, выбирайте что-то другое. Я говорю, выберите мне взамен что-то другое. Она мне выбирает обычную терку. Я говорю, обычная мне не надо, у меня есть. Вот. И в итоге, я говорю, я сама посмотрю. Захожу на сайт, есть точно такая же, но только в белом цвете. А в розовом типа у них нету. Что не могла сама заменить, я не понимаю. Короче, фирма Рапира. Не знаю, буду пробовать. Дальше. Заказала свое любимое средство для кутикулы Everline. Стоп неаккуратной кутикулы. Профессиональный крем-гель. Удаляет кутикулу за 15 секунд. Приостанавливает ее рост. Чуть-чуть упаковка, по-моему, поменялась. Очень классное это средство. Стоит оно 60 гривен на мейкапе. Вот. Я уже показывала. Это мой вообще must-have. Такое вот оно. Вот. Классное. Так, следующее я заказала вот такое средство для кутикулы белорусское, профи от Vitex. Оно стоило
Стоило оно 30 гривен или 31 гривну. Короче, при покупке двух средств Vitex самое то, что ну, по низшей цене получается 50%. Вот. И я, получается, заказала 32. Ты мне мешаешь. Ты меня сбиваешь. Что ты ищешь? А? Боже мой. Короче говоря, я, так как было 50% скидка, то я заказала это и вот такое вот маленькое средство. Оно стоит 30 гривен. Сколько оно? Нет, 41 гривну оно стоит. И вот это получилось за 50%. За 15.50. Короче, очень плохо видно меня. Сейчас включу вспышку, наверное. Совсем другое дело. Короче, вот. Вот такое вот средство за 15.50 от Vitex. И вот такой лифтинг за 41 гривну. Не знаю, много хороших отзывов про этот лифтинг. И мне понравилось то, что оно маленькое. Вот эту сыворотку для кутикулы, стоп-кутикула, вот такую вот пензу стирающуюся, вот пилочку лазерную, короче, не видно ее структуру, но она такими, как, не знаю, кружочками идет. И так как я заказала для кутикулы средства, мне нужна была такая щеточка. У меня есть такая дома, но я еще одну заказала. Она, по-моему, стоила 9 гривен, да. Даже дешевле, чем здесь. Буду делать педикюр себе. У меня ногти накрашены. Я нанесу средство для кутикулы. Отодвину кутикулу, обрежу ее ножничками на педикюре на ногах и нанесу поверх еще слой лака. У меня гелевый лак без лампы, который вот. Я нанесу еще средство новый лак поверх, и будет нормально. Вот так вот экспресс такой педикюр будет. И ручки сделаю. Ну, ручки у меня ухоженные за счет того, что на море у меня вообще руки шикарные. Вот, я сейчас прямо и нанесу средство для кутикулы и попробуем. Говорят, его дольше надо держать. Я его не пробовала. Вот, не знаю. Сейчас нанесу и скажу вам. Если дадут. А то тут столько людей ходит у нас и бегает. В толпене. Все следят за мной. Самое главное, что у нас муж приехал. Папа наш. Я счастлива. Мы сегодня на дикий пляж ездили. Там дороги залиты. Я вам показывала. Оно такое как-то погуще. Пахнет травками, пихтой. Угу. Хвоей пахнет, хвойными. Сейчас пойдем с Виталинкой, с мужем на набережную. Турчик не хочет сегодня. Я вчера им виртуальную реальность оплачивала, они катались. О, все, нанесла. Пусть откисает. Вот так вот. Сейчас пойду возьму апельсиновую палочку, почитаю, сколько его держать надо. Муж скоро в Белоруссию опять поедет. На 10 минут. Нанесите небольшое количество средства на кожу вокруг ноздрей не более чем на 10 минут. Можно минут 8 держать. Ну ладно, держу. Конечно, тут написано 15 секунд. Это правда. Пока первую руку наношу, вторую наношу, на первую уже надо удалять. Ну, попробуем это жирнее. Сейчас пойду схожу за палочкой. Так,
Ну что я вам скажу? Вот я удалила раз, два, три ноготка. Я вам скажу, что кутикула удаляется замечательно. Пока мне очень не три, а четыре, все четыре. Вот так вот выглядят. Здесь еще не удаляла. Здесь не удаляла, а здесь удалила. Видите как? Вот. После этого я пойду под краном, потру щеточкой. И все, мой маникюр будет готов. Буквально там, не знаю, 5-10 минут. Ничего резать не надо. Обрезать. Отлично. Просто супер. Неплохое средство, я вам хочу сказать. Возможно, даже наравне с Эвелайн. Но я еще 100% не могу сказать. Возможно, я буду пользоваться и тем, и тем. Ну, это, конечно, если даже брать не по скидке, то 30 гривен в половину дешевле, нежели вот это. Разница очень существенная, очень. И тут только для удаления кутикулы ногтей. А здесь останавливает типа рост кутикулы. Ну, на самом деле, говорят, что вообще, если постоянно пользоваться, возможно, да. Мне нравится, что здесь пихта и чайное дерево. Чайное дерево – это антисептик. Это очень хорошо, так как здесь контакт с кожей. Вот так вот. Все, буду продолжать. И буду смотреть Ольгу Качанову, рум-тур по квартире. Очень мне нравится такое, идейки всякие. Вот, так что буду чуть-чуть отдыхать. Я приготовила такую вермишель, у меня оставалось. Добавила сюда сардельку, яйца, приправку. И такая вот получилась, типа запеканки. И на пляж варю кукурузку. На холодильник так дырчит. И еще салатик делаю. Огурцы, помидоры, лук и зелень. Да. Кстати, это завтрак. Так, мы сегодня на диком пляже. Никто почти не купается. Море холодное. И травы нанесло возле берега. Вот такое. Такой вот дикий пляж. Там люди с палатками. Талинка в моей накидке, да, красотка. Сейчас я тебя пофотографирую красиво, вот. И влог этот я хочу закончить на таком морской тематике. Сейчас себя покажу. Отдыха.